Друзья, отличное пятничное утро. Иду на тренировку, и как всегда, примерно на том же самом перекрестке встречаются какие-то обормоты. Друзья, к вам вопрос. Как вы считаете, два этих уважаемых кем-то джентльмена считают себя алкоголиками? Они считают, что у них есть зависимость алкогольная? Или у них есть какой-нибудь Коля и Вася, которые пьют, по их мнению, гораздо чаще, а может быть так оно и есть, чем они? И поэтому они себя не считают алкоголиками. Ну как, вот же есть Вася, он алкаш, а я культурно пьющий. У них был, видимо, там какой-то праздник или что там у них было вчера, что они сегодня в 6 утра ползут пьяные и побитые домой. То есть, видимо, была какая-то веская причина. Они же культурно пьющие. То есть, какие могут быть к ним вопросы? Ответьте, пожалуйста, в комментарии. По моему скромному мнению, человек, который не представляет праздник без алкоголя, является зависимым наркоманом-алкоголиком. Друзья, попробуйте жить трезво. Вам понравится. Это действительно здорово, дешево, весело, кто бы что ни говорил. Будьте здоровы!